Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть, и сегодня приготовлю очень вкусный и быстрый салатик. Сочетание баклажанов и грибов очень гармоничное. Для более насыщенного вкуса я добавляю копченые яйца, хотя можно взять и обычные. Также не обязательно придерживаться точного количества продуктов. Список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием. На растительном масле обжариваю лук. Добавляю резанные шампиньоны и обжариваю все вместе. Средними кусочками нарезаю баклажаны и обжариваю их отдельно, также на растительном масле. Пока обжариваются овощи, режу копченые яйца. Если вы берете обычные, то можно, например, добавить немного копченого сыра, чтобы придать пикантности салату. Выкладываю яйца к еще теплым грибам с луком и сюда же добавляю обжаренные баклажаны, они тоже у меня не успели остыть. Кладу тертый на мелкой терке чеснок, солю, можно добавить черный молотый перец и побольше свежей резаной зелени. Осталось только размешать, и салатик готов. Можно дать ему настояться. Друзья, если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите и другие мои рецепты с баклажанами. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.